Евроскептики и противники иммиграционной политики правительства празднуют крупный успех на земельных выборах в Германии. По итогам голосования, прошедшего в трех федеральных землях, партия «Альтернатива для Германии» получила весьма заметную долю мандатов во всех трех парламентах. Катастрофическая политика канцлера Меркель определенно открыла людям глаза. Это единственная причина, по которой мы с успехом вошли в Ландтаги, где наше присутствие измеряется теперь двузначными числами. А в Саксонии-Анхальте мы сразу стали второй по силе партией. Прошедшее супервоскресенье, которое немцы так назвали по аналогии с американским супервторником, стало первым крупным электоральным событием в Германии после начала миграционного кризиса. При этом для правящего Христианско-демократического союза аналитики назвали воскресенье черным. Сопротивление иммиграционной политике Ангелы Меркель вылилось в явное ослабление ее позиции на политической арене. При этом нынешние выборы состоялись при весьма высокой явке. В Рейнланд-Пфальце на участки пришли около 70% избирателей. Такого там не видели два десятка лет. От состава ландтагов напрямую зависит состав Палаты представителей федерального парламента, который имеет право блокировать предложения Кабинета министров. Кроме того, выборы, охватившие примерно пятую часть всех немецких избирателей, можно считать важным индикатором отношения граждан к политике Меркель в целом.